Еще 3 пациента с коронавирусом скончались. 73 новых заболевших COVID-19 выявлены за сутки в Чувашии. Выписаны 85 человек. Итого в республике с начала эпидсезона зарегистрированы 4259 заболевших коронавирусом. Больше половины из них, 2346, выздоровели, сообщает Федеральный информцентр. В том числе 85 человек выписаны и сняты с медицинского наблюдения за последние 24 часа. По официальным данным, COVID-19 унес жизни 21 жителя Чувашии. Индекс распространения коронавируса в республике сегодня составляет 0,98. В Чувашии увеличено количество лабораторий и объемы тестирования на ковид и антитела. Это позволяет практически за сутки получать результаты и нет необходимости дожидаться их в больнице 7 дней. Благодаря этому увеличилось количество свободных койко-мест.